Добрый день. Скажите, пожалуйста, не пугает ли вас ошеломительный бум нейросетей? Ведь если подумать, в ближайшем будущем они смогут отнять у нас работу. Но я подумала об этом заранее, поэтому я нигде не работаю. И меня это точно никак не коснется. Ну, а если кто-то не смог устроить свою жизнь так, чтобы ни дня не работать, то тут вопросики скорее к нему, а не к нейросетям. Но многие считают, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта приведет к неизбежному восстанию машин. Ну, слушайте, а как они себе это представляют? Ну, выйдут тостеры, да, и пылесосы на митинг. Ну, их же тут же разгонят, мы же в России живем. Ну, то есть вы видите только положительные моменты в этом прогрессе? Да, однозначно. Роботы будут очень полезны в сервисе услуг, вот я считаю. Таксист-робот точно не будет рассказывать про три своих бизнеса, а продавщица-робот точно не будет с осуждением смотреть, когда, например, приходишь за пятой бутылочкой винца. Одни плюсы. Да и бабулек, которые вот сидят у эскалаторов там в метро, можно будет смело отправить, ну, куда-нибудь на покой и заменить их роботами. Или... Это уже роботы. А вы видели, кстати, что они моргают? Да я нет. Будущее уже рядом. Спасибо.